Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы приготовим с вами быстрый, вкусный и очень сытный обед. Первым делом мы будем готовить с вами овощи. У меня микс из овощей. Здесь и ароматный сладкий перчик, кукуруза двух видов. Это и молодые початки, разрезанные кусочками, и зерна. Также цветная капуста и красная фасоль. Фасоль тоже двух видов. Спаржевая фасоль, нарезанная большими кусочками, это домашняя заготовка. И фасоль красная. Так как сегодня на обеде у нас будут мужчины, мы обязательно с вами должны добавить мясо. У меня фарш индейки, домашняя заготовка. Овощи у меня были заморожены, поэтому, когда я их готовила, первым делом вот стушилась вот эта водичка и сок, который пустили овощи. А дальше просто смотрите, чтобы овощи не подвергались сильной термической обработке. Не нужно их сильно там дожаривать, пережаривать и так далее. Я добавила соль, черный перчик и специи для овощей и для мяса. Для мяса она такая была чуть остренькая. Ну, у нас мужчины любят острое. А тем временем я готовила спагетти. Спагетти готовила очень быстро, просто как обычно. Налила водички, вода закипела, добавила соль, добавила чуть-чуть оливкового масла и спагетти. Спагетти готовы. Напоминаю вам, прежде чем закончить свою готовку, попробуйте. Попробуйте готовое блюдо. Может быть, нужно добавить сольки, черного перца. Вот мне показалось, что не хватает остроты. И я добавила 2 чайные ложки готовой, более острой такой приправы томатной. Этот раз у меня чуть дольше обычного готовилась спаржевая фасоль. Вот не хотела она быть готовой. Была прям не то что альденте, а прям совсем такая сыроватая. Пришлось немножко дольше подержать овощи. Итак, все у нас готово, и мы соединяем мясо, овощи и спагетти. Все это красиво, вкусно и, вас уверяю, очень-очень сытно. Спасибо большое всем, кто подписывается на канал, кто ставит лайки, пишет добрые комменты. Я работаю для вас. Надеюсь, что мои рецепты будут для вас интересными и, может быть, полезными. Всего хорошего. Берегите себя. С уважением, Алена. Пока-пока.